Александр Георгий, прошу. Стоит сыграть. Париж, мы этого достойны. Итак, всем привет, мои дорогие подписчики, а также гости. Мы продолжаем. Я немного за кадром пофармил. Ну как пофармил? Построил, короче говоря, еще один загончик. Откуда-то взялось у меня 2 миллиона, я не знаю. Ну, видать, задание повыполнял. И сюда я буду выпускать, хочу, знаете, каких, в общем, короче говоря, вот этих вот. Ну, у них, правда, 64%, ну, не самые лучшие, да, не самые лучшие у них показатели. Поэтому я думаю, наверное, мы сюда отправим команду, да. И я думаю, еще надо будет одну команду, я там какое-то изучение. Чем прибыль от зданий? А, понятно. Тут я еще подарки поставил. Ну, правда, подарки я поставил. Вот здесь и, ну, не самый лучший, конечно, вариант. Да, кто же будет подарки, да? Ну, хотя на обратном пути, может быть, они будут заходить. Ну-ка, сколько ты даешь? $4. Ну, как-то так. У меня шибко, не шибко, конечно. Но я думаю, еще можно куда-то. В общем, пришлось еще одну электростанцию, потому что. Да, еще 31. В общем, здесь пойдет еще один загончик. Здесь будут такие свирепые. А здесь. Здесь, возможно, кстати говоря, какие-нибудь. В общем, кто любит да, болото, короче, купаться, плавать и загорать. Итак, так, а что я хотел? А, в исследовательском институте нужно посмотреть, как вообще вот этих рейнджеров, ну, точнее, не рейнджеров, а лекарственные препараты. Вообще не слегка непонятно, что и как нужно тут делать. Так, единственное, позволяет назначить одну дополнительную задачу командам рейнджеров улучшенных станций. Да? Ну, вообще лучше, конечно, им перезарядка. Я, видите, не могу, то есть нет исследований, нужно как-то его улучшить. Но они, зараза, не дают мне. То есть, видать, игра плавненько там потом, так сказать, даст возможность все это улучшать. Итак, значит, извлекаем ДНК, ну и это, скорее всего, на продажу, потому что, ну, а потому что там его ничего нету, да. И где-то здесь был еще один, хотя, ну да, я вроде как все изучил, да? Ну, давайте его и сюда еще одних отправим. А чё, пусть летают. Я ж не против. Пусть летают, пусть, как говорится, что-то извлекают. Тем более они же там все собирают, да, и камушки и так далее. Да, поставил вот такое деревце. Это, скорее всего, ну, это другому. Это низко плодоядное, да, вот они. Вот это дотянется, скорее всего, может быть, ему. Ему, может быть, понравится. Ну, слушайте. Ну, вообще, он, в принципе, у него все хорошо, все замечательно, он доволен. Или комфорт. А, красный — это дискомфорт. Слушай, а сколько тебя вообще? У тебя, по-моему, ты один всего лишь, да? Комфорт, ну, слушайте, ну, более-менее они, не более-менее. Вот, я не скажу, что им плохо. Тем более вот эти вот чудики тут мелкие бегают, они, скорее всего, наверное, плодятся, возможно. А может, они плодятся? Слушай, ты, надеюсь, не сдох, а? Так, продайте. Вот. Я тут одного чудика в той серии, короче говоря, эпизоде
Он у меня вот здесь вот лег, и все. И типа там писали, что там помеха туда-сюда. Ну, в общем, нужно будет цитрозавр. Подождите, нет, триктозавр, по-моему, да, модифицированный. В общем, вывести его. А, триумим. А, ну хорошо. Слушайте, а я что-то модифицированный, да? Ну, вывести. У меня, правда, задача 48, но геном. А у меня их вообще там 90 уже этот. Так, отбраковать. Ну, естественно, давай отбракуем. Блин, сейчас начнется. О, тогда хуяма. Давай-ка вот сюда вот. Так, окаменелости. Что ты... давай, да, извлекаем. Ну, 74 уже более-менее. Уже надо будет выпускать. Дальше мы здесь сделаем, наверное... Не знаю, стоит ли или не стоит. Так, вот это что это у нас? Дополнительный полумерок позволяет назвать дополнительную задачу. А это улучшает скорость перезарядки. Вот. Надо, потому что иначе они хреново перезаряжаются. Ну не то, что хреново они, но медленно что-то там делают. В общем, задолбали, короче говоря. Давайте сюда. Так, и пошлите выводить самого хищного зверя. Где-то 7-7, ну уже более... Слушай, а может тебя модифицировать геномом, а? Так, 7-7, но у него стойкость, да? И рейтинг прибавляет, серьезно? У него еще и атака производит. Не знаю, не знаю, слушайте, стоит ли ему атаку давать? 88, а здесь у него сколько? 86, 31. Блин, я не помню, стойкость. На что же она влияет? Ну же вытесть. Давайте используем. Так, и где ты у меня? Вот он, давай-ка выводить его. Я надеюсь, он выведется как-то. Как-то где-то. Так, и где у нас вот эти вот чудики? Так. Да ладно, ну хуяма, ну. Слушайте, какой-то, блин, коммуционный вот этот центр. Ну это нормально, да? Надо, знаете, что. Вот здесь вот. Так я же выпустил тебя, нет? А, вот. И давайте этим осем. Да не то, блин, оса. Где ты, оса? Да, вот. Иди-ка сюда. Давай задачу. Блин, он сейчас же... Он же, сука, убежал уже, а? Четыре, три... Ну, этот новый, по-моему, да? Ну, давайте вот этого шибанем. Команда рейнджеров. А что я хотел? Я пока ничего не хотел. Так, и оса, и служба транспортировки сразу же. Я просто забыл, как быстрого доступа эти. То ли ты, или какой-то. Так, кого вы завалить будете? А, они пока кушают, он их валит, да? Блин, ну ты попади хоть. Все, попал, молодец.
У вас потрясающая репутация в научном отделе. Блин, ну и чего, ты не хочешь привозить, что ли? Интересно. Смотрите, область без препятствий других динозавров. Ну блин, а как я тебе без препятствий? Ну если это взяли и, блин, подстрелили не там, где нужно, а? Забивается. Ладно. Тогда вот так вот сделаем. Ну а что делать? Придется с кормушкой. Нет, подождите. Может быть, перевозки. Вот. Ну, будете сейчас забирать или нет? Продать динозавра. А, слушайте, продать динозавра. Да. Продать. Приедешь? О. Так, а я сейчас снова сюда поставлю вот эту. И нам нужно для травоядна. Блин. Ну что сюда? А, ну давайте сейчас он уберет этих. Ну, где-то, наверное. Так, чтобы всем было видно. Да? Так, сейчас. И поставлю каждые. Я ваша должница. И я этого не забуду. 20 минут. Я думал, хватит им. Так. У нас есть новое предложение, с которым вам обязательно стоит ознакомиться. Выявить и выпустить динозавр, рейнджер, динозавр, мини-динозавр. Блин, так я уже это все делал. Вы что, издеваетесь, что ли? Ну ладно, давайте. Я думаю, вот это какой-то инкубатор как-то получше, блин, делает. Он вроде бы... Вора будем не про 62. Ну давайте, значит, слушайте, надо опять же съездить за хуямой, потому что так, это вы берем, это берем, продать и продать. Да, слушайте, ну потому что у него очень-очень плачевно со здоровьем у хуямы. Вот, давай сюда. Получите новый геном 60%. Так, вы что-то занимаетесь, значит, а? Ну, выведем когда-нибудь. Так, и что у нас здесь, кстати говоря? Ну-ка, выпустить. Е-е-е. Ну что, давай наш... Ох! Только непонятно, самка это или самец. Наверное, то и то. Ну. Что, не нравится? Или нравится? Слушай, нравится тебе или не нравится? На сей раз цератозавр. Вдоль хребта у него характерные заостренные выступы, а на голове острый рог. С таким динозавром не хочется столкнуться один на один. Да и в компании тоже. Так. Какой он? Блин, ты можешь как-то камера?
Ну. Куда пошел, а? Так, у него комфорт хреновенький, да? Вода, ну и да. Подожди, или он жрет траву? Ну, вряд ли. Так, давайте посмотрим, что у него дополнительные сведения. Бонус за ландшафт, смесь камни, деревья среди обитания, да, чтобы увеличить бонус за ландшафт. Ну, слушайте, боевая дурная слава, тра-та-та. Возраст 1, гены. За скорость. Устойчивость, сопротивление яду. Ну, слушайте, я так думаю, что ему неплохо. А вы невозможны. Спасибо. А, да не за что. Я правда не знаю, за что ты меня благодаришь. Я вроде бы... Или сделал что-то такое. У меня общительный болотка, да? Нашел. Лес. Пастбище. А, ему, наверное, вот пастбище маленькое, да? Да. Малюсенькое пастбище. Вот здесь вот будет кормушка. В общем, она, по-моему, у меня на каждые 15 минут. Да. Вы, кстати, здесь кто-нибудь есть? Есть. Ну, давайте единоразовый дадим. Нет, ты не хочешь? А. Слушайте, а здесь? Слушайте, я неправильно сделал. Тогда надо наоборот поменять, точнее. Ну не то, что поменять, еще одну ловушку, наверное, вот так вот. Здесь будет типа выбегать, ну, да, овечкам, а сюда мы, так, кормушку, ну, чтобы они опять же все это наш динозаврик видел. Так, и каждые, да, 25 минут хватит ему. Что там такое? Непонятно, что он хочет. А видите, выиск. Да, вынюхивает добычу. Вот это у меня, по-моему, стоит кормушка. А, каждые 15. Нет, точнее, вот это мы делаем каждые полчаса. А вот это будет каждые... Ты не знаешь, каждый... А, каждые 45 минут. Я думаю, ему пожрать-то хватит. Она еще убегает. Она еще и убегает, зараза. Не знаю, что ты хочешь? А, блин, вот. Зерфпуст. Серьезно? А... Ладно. У меня время, я бы сама взялась за этот контракт. Но у меня его нет. А вот у вас... Убежище, да? Да я уже как-то убежище построил. Давайте рейнджеров, значит, добавим задачу. А, нет. Это нужно самим, да, по-моему, управлению транспортом. Поехали. Бип-бип. Ну вот прям под колеса. Так, где у нас тут? О.
Ну, я уж, извините, потревожу вас. Подождите, а где-то я здесь ищу кормушку. О. Ох, какой он резвый. Ну и все. Все, езжайте отсюда. Уяма, ты что-то, блин, разбушевался, а? Так, давай-ка мы тебе здесь сделаем подружку. Наверное, у тебя подружки не хватает. Я вот прям чувствую, что подружечки-то не хватает, и ты начинаешь беситься. Во. Так, и что-то у нас тут... А, и этому надо подружечку сделать. 7-7. Или... Да, давайте мы ему сделаем подружку. И сделаем подружку... Сейчас. По-моему... Вот этот у нас, по-моему, один такой, да? Да, вроде бы он... Вроде бы один. Ну и давайте ему же... О, выпустите, выпускаем. Все, подружка есть. И делаем вот этому. Вот, так что вот такая вот у нас сегодня получилась небольшая коротенькая серия. Да, а, ну, я думаю, в следующий продолжим тут изучение. Я, правда, за кадром немного, хотя 900, слушайте, ну, у нас 900 тысяч, 180 минут, ну, в принципе, мы неплохо действуем. Единственное, что нужно будет, чем будем вот эти вот, увеличить зону покрытия убежищ. А, и убережем наших гостей. Ну... А где этот, блин? Гостиница, убежище. Ну, давайте... У меня убежище, по-моему, вот здесь стоит, да? Значит, где-то надо будет... Угу. Нет, нет. Следить за благополучием наших гостей почти так же важно, как за благополучием динозавров. Шутка. Хотя... Так, давайте вот здесь вот сделаем и дорожку. А что это за хрень такая? Блин, а можно как-то идти? Да, какая-то хрень на самом деле получается. Ну-ка. Вот такого. О, все. Да. На сегодня, так сказать, все. Пока. Пока. Ну, лайки делайте на ваше усмотрение. Ну и на патреоне, как всегда, играйте только в хорошие игры. Все. До встречи. Увидимся.